Война дорого обходится. Думаешь, он получит деньги? Другой на месте Чан Кайши не получил бы, но для него найдутся. Даже так? Какая важная шишка. Не в этом дело. Просто за ним армия. А во время войны армия имеет решающее значение. В его руках Хуанпу и революционные войска. После второго съезда он стал не только членом постоянного комитета ЦК, но и генеральным инспектором Национальной революционной армии. Запомни мои слова. Если так пойдет и дальше, то очень скоро Чан Кайши станет главнокомандующим всей армии. Правда? Отнюдь не вся армия в руках Чан Кайши. Он командует лишь одним из шести корпусов Национально-революционной армии и Академии Хуанпу. Не забывай, что он уже не просто командующий первым корпусом. Теперь он стал генеральным инспектором Национально-революционной армии, и боюсь, что скоро он станет единоличным командиром всего войска. Затеяли драку. Драку? Так точно. Бежим. Балин докладывает, союз военной молодежи снова подрался с обществом Сунь Яцена. Как это произошло? Все вы, мужчины, одинаковы. Вечно обсуждаете судьбы мира. А вы посмотрите, какая погода. Расслабьтесь, подышите воздухом. Господин Чан, нам известно, что вы не пьете чай и алкоголь. И Мэйлин налила вам воды. Мэйлин, господин Чан, прошу. Ну что вы, госпожа, не стоило. Благодарю. Оставайтесь у нас. Вместе поужинаем. Или у вас срочные дела? Ну что вы, я слушаю и повинуюсь. Мэйлин, ты садись здесь. Лифу, с этой дракой разберись. Выясни, кто принимал участие. Нужен точный список. Есть. Ну что, 10 суток гауптвахты. Вам хватило? Два боевых товарища, да еще и инструкторы, принимали участие в массовой драке с курсантами. Как это понимать? А? Ну? Кто первый начал? Господин Чан! Это он. Ты первый начал? Так точно.
если ты начал первый? Почему пострадал больше? Господин Чан, у Чангена ноги быстрые. Как там у вас говорят, нет ничего на свете быстрее, чем ноги Чангена? Такая поговорка среди курсантов. Да. Смешно. Смеетесь, значит? Я вам посмеюсь! Твои ноги для того, чтобы бить товарищей? Кто ваш враг? Милитаристы! Иностранцы! Устроили тут не пойми что! Основная идея Академии Хуанпу – единство. Кто еще хоть раз будет замечен в драке, пеняйте на себе. Понятно? Так точно. Точно! Свободны! Есть! Чэньген! Слушаю! Тебя ждет повышение. И я бы на твоем месте был аккуратнее. Понял. Свободен. Есть. Господин Чан, это список, о котором вы просили. Как я выяснил, комиссарами двух из трех дивизий первого корпуса, а также 7 из 9 полков, являются коммунисты. Среди младшего командного состава батальонного уровня коммунистов половина. Среди офицеров ротного и взводного уровней коммунистов по 60-65%. В Хуанпу уже в 3 раза больше членов Союза военной молодежи, чем общество Сунь Яцена. Это пока открытая информация. Но, как известно, коммунисты развиваются в подполье. Поэтому сколько точно членов коммунистической партии в первом корпусе и в Хуанпу, сказать сложно. Чэньген тоже коммунист. 4 года назад он вступил в КПК. Дай мне его дело. Прошу. Джао Шанжи? Здесь. Слезай. Юсяду? Здесь. Дуань Дэчан? Дуань Дэчан! Задумал. Я отняла. Беда. Большая беда. В чем дело?
Комиссары и политработники 2-й дивизии КПК разоружены и задержаны. Коммунисты из 4-го полка, а также из профсоюза завода броневиков тоже арестованы и разоружены. Совет по забастовкам окружен и помещен под наблюдение. Разоружены рабочие пикетчики. Все коммунисты 1-го корпуса и Академии Хуанпу задержаны. До кровопролития не дошло? Нет. Мы задержали всех посреди ночи. Застали их врасплох. Хорошо. Так и нужно. Врасплох. Разрешите доложить? В чем дело? Джоу Инлай просит встречи с вами. Отказать. Есть. Погоди. Скажи, что господину Чану не здоровится, и он отдыхает. На Монетном дворе его уже нет. Лифу, что-нибудь слышно от председателя Вана? Черт знает, что творится. Я председатель гоминдановского правительства. А Чан Кайши член моей партии! Именно поэтому мы здесь. Нам приказано позаботиться о вашей безопасности. Полный бред! Безопасность! Да это домашний арест! Репрессии! Тело Сунь Яцена еще не остыло. А Чан Кайши что творит? А? Бунт поднял! Господин Чан служит правительству Гоминьдана верой и правдой. Можете не беспокоиться. Стоять! Подойди. Скажи мне, что произошло? Мне это неизвестно. А где Чан Кайши? Пусть он мне скажет. Я требую его объяснений! Стоять! Кто такой? Кандидат в члены исполкома ЦК. Представитель отдела пропаганды Мао Цзэдун. Господин Мао! Я должен увидеть Куйбышева. Пропусти. Извините, не могу. Ночью была попытка вооруженного мятежа. Мы получили приказ никого не пускать. В целях безопасности. Мятеж? Я похож на мятежника? Разве я обвешан оружием? Пропусти! Товарищ Куйбышев, зачем столько солдат в патруле? Это приказ Чан Кайши или председателя? Я сам толком не знаю. Чан Кайши направил к нам людей со словами, мол, против него заговор. Он его раскрыл и наказал заговорщиков. А солдаты для нашей безопасности. А где сам Чан Кайши? Понятия не имею. Он на Монетном дворе. Я только что оттуда. Он там и никого не пускает. Но главное не то, что город на военном положении, а то, что коммунисты в 1-м корпусе и в Академии арестованы. Что? Господин Чень. С дороги. Господин Чень. Хай Джунхань, что происходит? Приказ господина Чана. Его и спрашивай. Скажи мне, в чем обвиняются эти люди? Коммунисты готовят переворот. Чепуха! Посмотри на своих людей при полном параде. А теперь на них. Их же вытащили прямо из коек. Ну и кто тут задумал переворот? Thank you.
Ченган, господин Чан очень тебя ценит, поэтому ты сейчас стоишь здесь. Но я советую тебе не испытывать его терпения и не лезть не в свое дело. Хэ Джунхань! Я тоже коммунист! Ха. 4 года назад вступил в КПК. Вы арестовываете коммунистов? Тогда и я посижу под арестом. Ченган, предупреждаю, это не шутки! Вчера в 6 утра Ли Чжилун привел крейсер Джуншань в Хуанпу в боевой готовности. Но действовал он не по своей инициативе. Ему позвонил Уэйн Джун, человек Кайши. Он приказал передислоцировать крейсер. Господин Чан не давал приказа о передислокации крейсера. Это провокация. Джуншань пришел в полной боевой готовности с орудиями, направленными на Академию Хуанпу. Это совершенно очевидная попытка переворота. Мятежники хотели конвоировать господина Чана на крейсер. Опасная ситуация. И поэтому господин Чан пошел на крайние меры. А Ли Чжилун? Он уже арестован. Господин Чан отдал приказ контролировать ситуацию любой ценой, чтобы у коммунистов с их заговором не было ни единого шанса. Не волнуйтесь, господин Ван. Если что-то случится, мы сразу же дадим вам знать. Да, хорошо. Передайте Чан Кайши, чтобы немедленно убрал отсюда солдат. И еще. Алло! 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 Где арестовали Ли Чжилуна? У него дома. Я слышал, что говорят, его схватили ночью спящим в своей кровати. Но тогда крейсер был уже в порту. Будь он настоящим заговорщиком, неужели он был бы настолько глуп, чтобы пойти к себе домой? Чтобы посреди ночи его арестовали солдаты Чан Кайши? Какой же это переворот? Цзэдун верно говорит. Слишком много тут темных пятен. Яннянь? А? Яннянь? Чень? Ну как? Был у председателя Вана. Вокруг сплошь солдаты Чан Кайши. Не войти в резиденцию, не выйти из нее. И телефонная линия повреждена. Переворот. Вот это переворот! Я согласен с Задуном. Товарищ Куйбышев, вы видите, что это бунт? Я предлагаю связаться с армией, чтобы все были готовы к подавлению бунта в Гуанчжоу. Предупредить Етина и его полк. Потом предупредить всех членов ревизионной комиссии и ЦИКа в Гуанчжоу. Пусть выдвигаются в Цзяоцин к Етину. Нужно сообщить, что Чан Кайши узурпировал власть. Он контрреволюционер и должен быть исключен из партии. Но в национально-революционной армии 8 корпусов. Что сделает один полк? Вторым командует Таньянь Кай. Третьим Джу Пэйде. Четвертым Ли Цзишэнь. Пятым Ли Фулинь, а шестым Чэнь Цянь. Ни один из них не был замечен в симпатии к Чан Кайши. Они не станут участвовать в его заговоре. Наоборот, как только они получат приказ из ЦК об аресте Чан Кайши, он станет их врагом. Я понял. Да, все понятно. Кайши, я плохо представляю ситуацию в Гуанчжоу. Так что пока не знаю, что и думать. Янь Кай, я тебя хорошо понимаю. Я уже связался с 3-м, 4-м, 5-м и 6-м корпусами. Я хочу убедиться, что 2-й корпус не станет подчиняться сомнительным приказам. Кайши, не волнуйся. 2-й корпус слушает национальное правительство. Без приказа за подписью председателя Вана солдаты не выступят. Славно. Ну и как? Пока спокойно. Хорошо, что спокойно. Все же, в Гуанчжоу у нас лишь 1 дивизия.
группу Чан Кайши в Гуанчжоу. Всего одна дивизия под командованием Ван Балина. И еще военная полиция у Тичена, максимум батальон. Первый корпус в Чаушане, и там у нас много товарищей. Как только контрреволюционный заговор Чан Кайши будет раскрыт, все от него отвернутся. И его дивизии с батальоном будут несравнимы с революционной армией. В Академии Хуанпу у нас более 500 членов КПК. Да. Нужно организовать силы и вовремя нанести контрудар. И тогда победа за нами. Товарищи, вопрос не в том, победим ли мы, а в том, можем ли мы нанести удар. Я лишь заместитель делегата Коминтерна. Товарищ Бородин в данный момент в Шанхае. Я должен доложить ему, а он уже доложит в Коминтерн. Генсек ЦК КПК Чэнь-Дусю и председатель правительства Ван Цзинвэй должны ожидать указаний Коминтерна. Мы одни не можем принимать решение о том, выступать ли нам против Чан Кайши. Но мы не можем упустить этот шанс. Я уже отправил срочную телеграмму Чэнь-Дусю и Бородину. Но, товарищ Куйбышев... Мы не можем ничего предпринимать без указаний Коминтерна и ЦК КПК. Который час? 7:20. Только что я получил указание от Коминтерна и ЦК КПК. В целях сохранения единства двух партий следует избегать обострения противоречий. Чан Кайши следует заставить признать ошибки, но нельзя ставить под угрозу единство и провоцировать военный конфликт. Марта 1926 года Чан Кайши нанес удар по КПК в ходе так называемого инцидента на крейсере Джуншань.
группа советских специалистов и ЦК КПК решили пойти на уступки и замять конфликт. В результате все члены КПК во главе с Джоу Эньлаем были исключены из военной академии Хуанпу, а также из первого корпуса Национально-революционной армии. Успехи революционной борьбы Чан Кайши посчитал отличной возможностью для укрепления собственных позиций, а КПК он считал основной преградой для осуществления своего замысла. Поэтому он и организовал инцидент на крейсере Джуншань. Все-таки уходишь. Тебе следовало остаться. Я сам сделал этот выбор. Еще недавно я не верил твоим словам о том, что нам следует остерегаться Чан Кайши. Теперь верю. И это только начало. Что ты хочешь сказать? Его основное достижение – это не исключение коммунистов из Академии и Первого корпуса, а отставка Ван Цзинвэя. Ну что же, Цзиньцзян, я поздравляю тебя с повышением. Предлагаю как следует отметить. О! А ты не дурак выпить. Давайте, давайте за нас. Сначала мы думали всего лишь избавиться от коммунистов в первом корпусе и в академии. А тут смотрим, Ван Цзинвэй разозлился и ушел в отставку. Освободил сразу три лакомых должности. Председателя ЦИКа, военного совета и национального правительства. Это большая удача, которая сама попала в руки. Цзиньцзян у нас ветеран партии. Его назначение председателем естественно. На посту председателя военного совета тоже наш человек. Единственное, что Тань Янькай нам здесь не нужен. Не так ли? И хорошо, что Тань Янькай. Он нам не мешает. Характер Тань Янькая – он исполнитель. Его главная цель – никого не обидеть. Он председатель правительства, а это означает, что сдерживать Чан Кайши он не станет. К тому же председателем ЦИКа стал Джан Цзиньцзян. А кто он такой? Закадычный друг Чан Кайши. Партийная и военная власть оказалась в руках этих людей. Последствия очевидны. Коминтерн издал директиву. Мы должны во всем подчиняться Гоминьдану. Советский Союз прислал еще 5000 винтовок для Чан Кайши. Какими еще принципами придется поступиться,
изображая единство. Пригрели на груди змею. Эньлай, действуй, как знаешь. Наши постоянные уступки приведут к тому, что нас просто задавят. Чистка в армии – это первый шаг. Я не пью, но сегодня нарушу правила. Будущая чистка в партии – это теперь общая задача Дзиньцзяна и всех нас. Благодарю. За всех нас. Да. Да. За нас. За нас. В мае 1926 года, по прошествии менее чем двух месяцев после инцидента на крейсере «Джуншань», 9 человек, включая Чан Кайши и Джан Цзиньцзяна, совместно предложили на втором пленуме ЦК Гоминдана второго созыва план по реорганизации партийной работы, предусматривающий полное вытеснение членов КПК с руководящих должностей Гоминдана. Вы саботируете единство партии? Тела Сунь Ецена и Ляо Джункая еще не остыли, а вы уже попираете ногами их политические идеи. Это вовсе не так. План по реорганизации партийной работы призван защитить единство двух партий. Какая же это защита? Как вы объясните основные пункты? Доля коммунистов в исполнительных комитетах не должна превышать трети. Да еще в обязательном порядке нужно подавать списки. Зачем это? Получается, коммунисты для вас враги? Госпожа Хэ, после инцидента на крейсере «Джуншань» стали ходить самые разные слухи касательно сотрудничества партий. Люди заволновались. Если срочно не навести порядок в нашей работе, единство КПК и Гоминьдана действительно окажется под угрозой. Чтобы избежать этого конфликта, наши сотоварищи по КПК должны уступить. Хватит этих слов. Мы однозначно против вашего плана. Представители КПК тем более. Левое крыло Гоминьдана будет против. И если мы не поставим подписи, противников этого плана будет больше, чем сторонников. Они не смогут его провести. Да, Эйнлай прав. Я хотел бы предупредить вас всех, будучи спецуполномоченным ЦК, я не буду ничего обсуждать или слушать ваше мнение. Я здесь для того, чтобы передать решение советника Бородина и генсека ЦК Чэн Дусю. А решение это таково. В целях сохранения единства двух партий советские специалисты и ЦК КПК приняли план по реорганизации партийной работы. От вас, как от делегатов КПК, требуется только одно – выполнять решение партии и поставить свои подписи. Не надо вечно запрашивать решение генсека и советских специалистов. И что это значит? После того инцидента мы не должны были уступать. Но советские специалисты и ЦК решили уступить. И что в итоге? Под ударом правых оказались внутренние дела партии. А это означает, что после каждой нашей уступки правые становятся все смелее и наглее. А это уже по-настоящему угрожает сотрудничеству партий. Они ведь оставили нам в исполкомах третью часть от общего числа мест. В чем тут угроза сотрудничеству? Что значит оставили? Что это за логика? У нас равноправное взаимодействие. У нас нет хозяев и нет подчиненных. Все наши должности в ЦК Гоминьдана мы получили по способностям и заслугам. Никто их нам не дарил. Ну вот. Наконец-то я слышу правду. Заговорили о должностях, и ты сразу заволновался. Не на шутку. Что это значит? Каким бы строгим ни был этот план, все равно члены КПК смогут продолжать работу в исполкомах. Но вот товарищи, которые занимают высокие посты, конечно, пострадают. И они
не хотят, чтобы план был принят. Товарищ Гатао, хотите что-то сказать? Говорите прямо. А что тут еще непонятного? Кто из здесь присутствующих занимает в Гоминдане должность хотя бы начальника отдела? Ты считаешь, что я против? Из-за того, что боюсь потерять свою должность? Ты сам это прекрасно знаешь. Товарищ Гатао! Заду. Я член КПК и имею право высказывать свое мнение. Я считаю, что это решение генсека ошибочно. Постоянными уступками мы пригреваем на груди змею. А когда они решат ударить, тогда единству двух партий точно придет конец. Слушай меня! Будучи членом партии, ты обязан соблюдать партийную дисциплину и подчиняться приказам. Партия требует, и ты подпишешь. Кто откажется, того ждет взыскание. Секретарь, кисть. Товарищ Тань, начнем. Вы меня извините. Я предпочту взыскание, но не поставлю подпись под неверным решением. Задун! Я предлагаю всем проголосовать. Несогласные с планом, поднимите руки. Кажется, вас меньшинство. Господин Джан, не забывайте, есть представители КПК. И вместе с ними противников этого плана будет намного больше. Разрешите? Разрешаю. Господа, это результаты голосования делегатов от КПК. Как это возможно? В чем дело? Наши товарищи понимают, что у нас общая цель. И за это я им благодарен. Господин Джан, если голосование окончено, я думаю, в дискуссии нет необходимости. План по реорганизации партийной работы принят. Документ, который не мог получить поддержку большинства делегатов, был принят на втором пленуме ЦК Гоминдана второго созыва вследствие очередных уступок со стороны КПК. По дяде Чаню скучаешь? Если бы он не подарил мне эту книгу,
Возможно, я до сих пор не обрел бы своих убеждений. Это он показал мне этот путь. Я называю его учителем, но по сути, для меня он всегда был наставником. Понимаю. Иначе ты бы не привязался к этой книге. Уже 6 лет ты везде возишь ее с собой. Но, по правде говоря, он тоже тебя уважает. Ты пошел против его воли, а в итоге даже взыскания не получил. Взыскание меня не интересует. Я просто не понимаю, почему раньше мы говорили на одном языке, думали почти одинаково. А сейчас мы все больше отдаляемся. Вы оба поддерживаете сотрудничество партий. Просто у вас разные взгляды на действия Гоминьдана. Дело не только в этом. Мы с Чэнь Дусю спорим не из-за методов, а о том, на кого нужно полагаться в революционной борьбе. Он считает, что движущей силой революции должен быть Гоминьдан. Именно поэтому он раз за разом под напором правых идет на уступки и хочет сохранить мир любой ценой. А я считаю, что нам нужно полагаться только на себя.